Крупный пожар на Успенском кладбище вспыхнуло около 100 квадратных метров. Огонь охватил могилы, памятники и оградки. Это ужас, это надо срочно пожарную вызывать. А что никто не вызывает, а смотри, что везде все горит. Все могилы горят. Сотрудники МЧС прибыли через несколько минут. Было установлено, горит тополиный пух. На месте были задействованы 1 единица техники и 4 пожарных. Очень много горит, и на всякий какой-то поджог какой-то непонятный. Сюда! Туда! Там большая площадь вообще горит. В разных местах вообще. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестным лицом. Видимо, кто-то бросил окурок, либо специально поджигал пух. Теперь искать виновного будут сотрудники полиции. Ведь пострадали надгробья, оградки и сожжены венки.